Так, продолжаем. Закрыто с другой стороны. Ага, ну это сразу понятно. Разблокировали. Ну, посмотрим. Если я не ошибаюсь, Джилл Валентайн по истории, она является воровкой в прошлом. Поэтому у нее, как говоря, и отмычки. Она очень хорошо умеет работать с отмычками. Что-то у нее там с прошлым, поэтому ей подобрали Криса. Простите. PlayStation сработал, голосовая связка сработала. Инстинктивно перевела мне чертовы призы. Не хотел я этого нифига. Ну, в общем, смысл заключался в том, что Джилл по истории воровка, и... В общем, так ее и пригласили. Это, по крайней мере, все, что я знаю. Книга проклятий. Книга проклятий. Четыре маски. Маска, которая не говорит зла. Маска, которая не чует зла. Маска, которая не видит зла. Маска, которая не может говорить, нюхать и видеть зла. Когда все четыре пойдут в одну, зло пробудится. Ну и подумал, почему бы не почитать. Попытаюсь перевести, как смогу. Так, это у нас ключ с эмблемой меча.
Похоже, что вода до сих пор работает. Наполнена полной грязной водой. Освободите отмычку. Пытается руками стать. Даже драться не надо. Ну, мне повезло, походу. Да, я ее понимаю. Похоже, она не использовалась какое время. Я ее понимаю. Очень сильно понимаю, меня бы тоже вырвало при вкусе гнилой плоти. Так, картина стоит, стоит бронзовая статуя. Здесь ничего интересного нет. Так, сколько их сейчас взял? Надо будет сейчас вернуться. Мертв. В пятую точку засунуть. С этим могу и обычным ножом справиться. Во-во-во, достал! Блин, опять достал. Блин, они тут не помирают. Серьезно? Он вообще помрет или нет? Блин, я целую эту потратил на излечение.
На всякий случай надо было убедиться. Крис бы больше выдержал этой слизи. Чую для этой контер для этой для этого контейнера нужно, как говоря, найти зажигалку. А пока он не без надобности. Так, пройти мне это необходимо, мне нужно за дробовиком. Так, берем и идем. Сейчас расплющит, будет Джилл сэндвич. Дверь не открывается. Дверь не открывается. О боже. Что же мне теперь делать? Вескер! Вескер! Берри! Помогите! Джилл! Джилл, ты там? Берри! Вытащи меня отсюда! Дверь застряла! Дверь застряла! Отойди! Grab my hand! Хватай руку! Барри. That was a close one. Это было очень близко. You would have fit nicely into a sandwich. И это really? Было сделано, было приятно сделано в сэндвич. Спасибо. Но Барри, а же ты не должен был исследовать кухню с другими? Я рад, что. Я просто хотел что-то проверить. Кстати, мы должны вернуться к поиску за Вескера и Криса. Thanks, Barry. Спасибо, Барри. I owe you one. Я тебе должна. Don't mention it. Ну, не упоминай это. What a great guy! Трофей. И, наконец, получился... Ну, это, правда, не как в оригинале. Но смысл практически тот же. И ты бы была бы сделана в Джилл Сэндвич. Интересно, кто-то из вас хочет Джилл Сэндвич? Ну а на этом все, до свидания всем.